Всем привет! Сегодня пришла посылочка из Санкт-Петербурга. Посылка была отправлена даже не первым классом, а самой обычной почтой. И это понятно, что это новые сорта фиалок. Так, посмотрим, что у нас тут пришло. Ага, отличные листья. Так, это сорт у нас АВ «Жемчужина коллекции». Дальше. Уральский алмаз. Ага. МК «Желтые астры». Листики дошли отлично. Видно, что они упругие. Свеженькие. ТФ «Стефания». Не знаю этого селекционера. Захотелось взять, попробовать вырастить его сорта. Так, что у нас счет? Подарок продавец положила. Дар розовой феи. Ну, посмотрим, что это за фея и в чем состоит ее дар. Отлично. Подарок ДН Бора Бора. Вот. Ну, в этой посылочке есть еще и второе дно, потому что я себе заказала еще кое-что. Сейчас посмотрим. Ну, что я могу сказать? Листики дошли отлично. Листики просто шикарные. Два листа продавец положила в подарок. Я всегда люблю заказывать у проверенных коллекционеров. Пусть это будет дороже, потому что у этих коллекционеров всегда есть заказы, очередь на отправку. Но я просто знаю, что на выходе я получу хорошие сортовые растения и хороший изначально посадочный материал. Здесь вот все упаковано тоже хорошо. Наверное, сейчас посмотрим. Какая прелесть пришла. Это приехала Шлюмбергера. Упакована, конечно, на совесть. Еле развернем, что хочу. Это приехала Шлюмбергера Golden Dancer. Я просто хотела себе давно в коллекцию желтую Шлюмбергеру. Такую, чтобы она была достаточно крупненькая. Вот такое вот шикарное растение приехало. А это, видимо, детка. Посмотрим, что здесь. Это качественная упаковка. Это и хорошо, и в то же время очень долго иногда приходится разматывать. Деточка. Я уже не помню, что это был за сорт. Сейчас будем смотреть вместе. АВ «Объект желания». Отличная крепкая деточка. Доехала она тоже отлично. Итак, посылочка, я осталась довольна. Вот он мой сегодняшний урожай. Сейчас я их распакую. Ставлю воду. Новые сорта я всегда укореняю в воде, для того, чтобы увидеть процесс. Если какой-то лист начинает пропадать, тогда я быстренько принимаю меры. Можно, конечно, сажать землю, но это личное дело каждого. Мне нравится именно новые листья укоренять в воде.